Ярославские школьники тоже готовятся к общегородскому субботнику. Сегодня ребята приступили к созданию новых домиков для птиц. Сначала детям рассказали о пернатых обитателях Ярославля и их привычках. После школьникам поведали о разновидностях, скворечников и способах изготовления. Только после этого дети приступили к работе. Хотела, чтобы этот скворечник был очень удобный для птиц и всех остальных. Скворечник был бы очень удобный. Да. Там и птенчики бы росли, и мы бы потом приходили к ним, когда они улетают, и чистили эти скворечники. На базе юнацкого центра «Радуга» скворечники готовят воспитанники 70 учебных заведений. Во время месяца благоустройства в Ярославле искусственные гнезда планируют повесить в городских парках, а также на территориях школ и детских садов. Очень нужны домики и для более мелких птиц, которые именно сейчас ищут себе дом. Это трясовузки, горехвостки, мухоловки. Они тоже в городе есть. Размещать в общественных зеленых зонах домики для птиц начали в марте. Напомню, апрель в Ярославле объявлен месяцем благоустройства.